утро делового человека. Семейного. Да. Хозяйственный парень. Из сушилки белье достает. Ну, давай, доставай. Скажи так, мало того, что бабушка незнакомая, еще чего-то в лицо тычет. Молодец, молодец, Саша. Да, давай. Доставай. Ты сесть хочешь? Давай, садись. Вот. Вот он, Мурманск. Сейчас время почти 11 часов. Это полярная ночь. В основном темно. Вот так вот расцветает. И все. Вот уже елочки стоят. Я снимала в окно. Красотища. Ой, я говорю, по сравнению с Черноморском, просто как Лос-Анджелес. Саша там речи идет. Едем одевать мать. Мать у нас вся холодная. Вся южанка. В южанских своих каких-то свитерах красивых, но абсолютно, абсолютно никудышных. Че, опа, вот так вот раз, подсветочка. Вот, матери у нас вся продувается и говорит, не хочу, не надо. Но решено, значит... Решено матерь одевать. Семья решила. Семья решила, да. Мы подумали, и я решил, да. Вот, едем матери одевать, заодно прогуляться по городу. Вот, немножко проветриться, малыш будет лучше спать. А так пообщаемся. Вот. Так что двигаемся вперед. Экран у нас красивый, да. Полярная ночь, расцветает немножко днем, и все, и опять темно. Гришка, ты как там? Минус 5 на улице. Вот это наш риэлт, в котором Алинка проработала 10 лет. Наш, конечно, как родной дом. И я работала сколько. Семейное дело. Да. Сколько машин тоже. Мать, а тебе что, как по комфорту? В каком духе? В каком стиле? Спортивная. Банда, команда моя. Еще двое дома остались. А ботинки тебе комфортные? Да.
очень хорошо. Решили куртку мне купить. Порадовать мать решили. Ой, долго у меня настроение, я сама купила. Но их тоже обижать не хочется. Куда ты, Гриша? Там еще наверху. Большие пуховики, да, такие прям здоровые, по пятам. На бомб-стайл очень тянет. Ходим, ходим, смотрим, смотрим, меряем, меряем. Любимый ХМ, прям как в Финляндии. Да и не только в Финляндии, в Европе. Народу немного. Да, скоро Новый год. Я водяной. Кругом елки. Бежит. Детский мир, а мы посмотрим. Ну, давай, да. А папа пойдет в Сашу магазин. Продуктовый, да. Хочешь тоже идти в продуктовый? Так вот, Черноморск, дорогой, вот такой выбор должен быть в магазинах. Крымчанцы у нас видели. А я и говорю, вот, дорогой Черноморск, вот такой выбор должен быть в магазинах. По макарошкам по одним пройдем. Ага. Ой, мороженое норвежское. Ой. Четыре года не ела его. Вон наша банда-команда воюет. Да это то же самое все. Это что ты столько пельменей набираешь? А, от кружки. Это по домашнему. Потерял я вас, грустный мальчик.
скажет, ходят и ходят, да, по магазинам. Обещали я устала. Меня погулять. Да, сами вон чего. Эх, что делать? Ой, какая красота всякая. Всякая красота. Такие хорошенькие. Такое милое все к Новому году. Ну, ничего. 265 рублей. Еще и скидка 30%.